Купальный сезон по республике откроется официально с 1 июня и продлится до 31 августа текущего года. То есть, ну, те вот последствия, которые, конечно, случились на последней неделе, то есть у нас трагически погиб 9-летний мальчик в Валькевичском районе. С появлением, будем говорить, с проявлением плюсовых температур, таких жарких температур, то есть уже в республике зафиксировано более 5 происшествий, то есть именно с утоплением человека. То есть вот государственная инспекция по маломерным судам обращается ко всем жителям, ко всем купающим, отдыхающим, то есть будьте внимательны. Самое главное, вся вот эта гибель, вся статистика, которая происходит среди взрослого населения, это же, конечно, купание в нетрезвом состоянии, основная причина гибели людей на водоемах. Вторая причина – это купание в необорудованных местах. Приходите сюда купаться, здесь берег пологий. Сейчас, значит, дно будет обследовано специалистами, то есть будет очищено от всех там коряк, подводных препятствий, то есть вы никогда не повредите, ну, будем говорить, свои конечности, свое тело от купания, когда или от принятия, значит, водных процедур. А купание в необорудованных местах, конечно, оно несет за собой очень много опасностей и тревог. На дамбе там сразу, то есть пологового берега нет, существует обрывистый берег, то есть если люди начинают заходить, например, в воду, особенно дети, да, то есть они, спускаясь в воду, сразу не отходя там 1,5-2 метра от воды, глубина уже составляет более 3 метров. А район Соляных, там работают, значит, у нас, будем говорить, по выгрузке минерально-строительных грузов, и краны работают портальные, значит, плавучие краны, и подходят также сюда. То есть во время, значит, купания вы можете подпасть и под работающие винты, значит, теплоходов, которые маневрируют там, и какие-то другие опасности. То есть у нас и были случаи, то есть на тех кучах песка, которые там дети или взрослое население, значит, отдыхает, просто под воздействием воды, под подмыву, значит, этой песчаной кучи, то есть основная масса песка съезжает, и те люди, которые непосредственно находятся на высоте просто-напросто съезжают, попадают в воду, их можно также засыпать водой. То есть такие случаи были в Ставропольском районе, благо их вовремя откопали. По вопросу открытия пляжа, то есть к купальному сезону стараются городские власти подготовить его. Сейчас, значит, береговая территория уже, будем говорить, благоустроена, то есть она закреплена за ООО «Чистый город», то есть они ежедневно тут убирают и мусор. Пропашка, значит, песка проведена. Сейчас прорабатывается вопрос непосредственно с поисково-спасательной службой, чтобы они на время, на купальный сезон, то есть периода с 1 июня по 31 августа, выделили нам квалифицированных штатных спасателей здесь в Чиспеле, чтобы у них была мобильная группа на случай, если какого-то ЧС. Телефон сейчас 1-112, работает по всей республике, или 01, то есть всегда единая диспетчерская служба ответит на тот или иной вам вопрос.